Сколько чисел, кратных числу 13, имеется среди первых 100 чисел последовательности? 1, 11, 111, 1111 и так далее, и так далее, и так далее. То есть в конце у меня будет число, записанное 100 единицами. Ну, то есть, конечно, на самом деле от нас просят выяснить, когда число, записанное единицами, делится на 13. Это известная из младших классов история. Число 1001 – это 7 умножить на 11 умножить на 13. Что это означает? Что 10 в третьей степени сравнимо с минус единицей по модулю 13. Хорошо. А значит, 10 в шестой сравнимо с единицей. Каким может быть порядок числа 10 по модулю 13? Ну, это какой-то делитель числа 6. Тройка не может быть, потому что здесь минус 1, а не 1. Если порядок, то здесь был бы 1. Двойка, посмотрим, может быть или нет. 100 сравнимо с единицей по модулю 13, это означало бы, что 99 делится на 13. Не делится. Значит, порядок числа 10 по модулю 13 – это 6. Получается, что число, записанное 6 единицами подряд, ну а также 12, 18 и так далее, делится, ну а остальные не делятся. Значит, для того, чтобы решить эту задачу, мы должны просто разделить 100 на 6 и взять целую часть. Получается 16. Это конечный какой? А? 16. 16 единиц. Не 16 единиц, а 16 чисел. То есть есть такое число 111 111. Оно делится. Кстати, почему оно делится? Наука говорит, что делится, потому что если было сравнимо с минус единицей, давайте напишем 111 111. Это что такое? Это 1001 умножить на 111. 111 111 – это 1001 умножить на 111. 1001 делится на 13. Все хорошо. Значит, длины 6, длины 12, длины 18 и так далее. Самая длинная – длины 96. 16 чисел.